23 февраля в Беларуси стартует неделя предпринимательства. В течение 7 дней пройдут семинары, конференции, выступления топ-менеджеров частных компаний и представителей государственных органов управления. Форум нацелен на решение вопросов развития и поддержки малого и среднего предпринимательства. В завершение недели предпринимательства состоится ассамблея деловых кругов. Все эти мероприятия проходят в рамках взятого в стране курса на улучшение условий для деловой активности. В настоящее время идет работа над новым нормативно-правовым актом, который определит новые правила ведения бизнеса. В частности, будут определены минимальные требования как к открытию, так и к получению разрешительных документов для начала ведения бизнеса. Предполагается внести существенные изменения в системе взаимодействия бизнеса и контрольно-надзорных органов. Ожидается, что в течение 5 лет после регистрации дела к предпринимателю не будут ходить проверки. Тем временем бизнесмены, занятые автоперевозками, готовят свои предложения правительству. Цель инициатив – помочь транспортным предприятиям стать более успешными. За прошлый год вклад транспорта в валовой внутренний продукт Беларуси составил около 6%. Эти услуги – один из основных источников поступления валюты в страну. В 2016-м они сформировали более 40% общего объема экспорта услуг. Совершенствование инвестиционного законодательства и улучшение делового климата станут приоритетами работы белорусской экономики в 2017 году.